В Одинцовской библиотеке номер 1 прошел круглый стол на тему снижения стоимости так называемого борщевого набора. Модератором стал региональный координатор проекта «Единой России» народный контроль Шерзод Атаев. Обсуждали конкретные меры по снижению стоимости моркови, свеклы, лука, картофеля и капусты. Ранее была организована рабочая группа, куда вошли представители правительства, партии, органов власти в регионах и торговых сетей. Шерзод рассказал о результатах ее работы. Одинцовские единороссы также проводят рейды по проверке стоимости борщевого набора. Его общая стоимость варьируется в округе от 183 до 234 рублей.